верил путеводителю и не верил предсказаниям очевидцев. Но тем не менее, вчера, едва мы вышли из отеля, не прошло и минуты, понимаете, мы заблудились. Мы заблудились через минуту. Свежо и чисто. Очень красиво говорила, что в Петербурге слишком много золота. Я имела в виду, что мне нравится вот так. Которому 15 веков.
самый вкусный обед, который можно себе представить, что баранина вкуснее, чем вот это, я еще никогда в жизни не пробовал. Босфорский мост видно. Вот я думаю, мой друг Кузьмич, турист-экстремал, он бы обязательно мы бы туда дошли, через весь этот мост пешкодралом в эту сторону бы пошли. Я ожидала, но я не ожидала, что это будет так ярко. Ну, а самое яркое впечатление, которого ты не ожидала? Дай подумать, подожди. Thank you.
главное насчет путеводителей. Там написано нечто, которое создает образ города. Так вот, образ города, который описан в путеводителе, совершенно не совпал с тем, что на самом деле есть. Там написано про базар, что люди там любят поторговаться, они не любят поторговаться. И вообще, я думаю, что в скором времени мы потеряем этот город, ну, вот в такой его контекст, по крайней мере, всю эту, весь этот азиатский колорит. Потому что все очень стремительно становится похожим на Европу или даже на Москву. Очень много... Вот они не торгуются. Не торгуются и все. 5 чатлов! Или там, не могут, например, бумажные пакетики с рук продать. Да, не могут делать какие-то вещи, которые, по идее, я думаю, всегда делали. Или там... Самаркандом больше не пахнет здесь? Пахнет очень хорошо. Тут никаких, конечно, сомнений нет. Bye.